Мы представляем обзор нарезного карабина от чешского производителя ЧЗ, модель 457 Warmint MTR в калибре 22 LR. Ложа выбрана из отборного ореха. Для препятствия скольжения на рукояти и цевье присутствует лазерная насечка. Тыльник выполнен из резины. Снизу на ложе имеются антабки для установки быстросъемных карабинов. Основные части оружия выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления на карабине отсутствуют. Предполагается установка оптики или коллиматора. Ствол вывешен. На конце ствола присутствует внешняя резьба, которая скрыта фальшгайкой для установки различных тактических аксессуаров. Оптика или коллиматор устанавливаются на планку пикатинни. Рычаг взвода находится с правой стороны. Флажковый предохранитель блокирует ход спускового крючка. Для того, чтобы извлечь затвор, необходимо нажать на клавишу фиксатор, которая находится с левой стороны карабина. Затвор имеет два зацепа. Канал ствола черный, нарезной. Магазин коробчатого типа выполнен из металла и вмещает в себя 5 патронов калибра 22 Long Rifle. Приобрести эту модель вы можете в розничном магазине сети Airgun только самовывозом на Дубровке при наличии лицензии Сериалана и паспорта. Более подробную информацию о наличии товара уточняйте у наших менеджеров либо по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши странички в социальных сетях.